Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 1 сентября. Сорок дев постниц и Аммуна. День памяти святых. Сии святые девы, они пострадали при императоре Ликинии, соправительствовавшему Константину Великому от 311-324 года. Происходили из Андреополя Македонского, и просвещенные диаконом Амоном уверовали во Христа. Вакт правитель того города потребовал их к себе на суд и предал их многим мучениям, чтобы принудить их поклониться идолам. Они помолились Богу, и вдруг идольский жрец неведомой силой поднят был на воздух и, пробыв долгое время, упал на землю и умер. После сего мучитель велел повесить святого Амуна и строгать его по ребрам. Затем на голову его надели раскаленный шлем, но святой мученик был чудесно избавлен от него. Тогда послали святого Амуна со святыми девами в Ираклию к другому мучителю. По его приказанию 10 из них были брошены в огонь, 8 были вместе со своим учителем усечены мечом. Некоторые скончались пораженные мечом в уста и в сердце. 6 из них были заколоты ножом, а прочие 6 отошли ко Господу после того, как им вложили в уста раскаленное железо. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.